Ну что, отправляемся на ночной рынок Бангтао. Вышли с отеля влево и будем освещать дорогу. Ну, конечно, как всегда, пешеходной дорожки нету. Мы идем по краю проезжей части. Ну, здесь вот можете заодно посмотреть магазинчики. Идем дальше, продолжаем движение прямо. Мы били в Google Maps, показывало, что 32 минуты идти 2,5 километра. Идем. Идем. Цвет воды, да. Цвет воды на Сурине понравился больше, чем у нас на Бангтао на пляже. Но волны сильнее. Было ветренее намного. Прям ветер ощущался. Ну, прям сильный ветер был. И из-за этого, видимо, нагоняла вот эту волну. Вот. Водичка бирюзовая. Минус в чем, что нет душевых кабинок, ну, душа хотя бы там ноги обмыть, потому что там все в песке, вода прибывает, мы постоянно переодеться негде, да, о, еще один клуб, еще один какой-то оздоровительный, вот, за моей спиной, посмотрите, переодеться негде, минус, ноги обмыть негде, минус, макашниц много, плюс, лежаков много, плюс, ну, платных, естественно, да, ну, это нормально, по-моему, для, ну, и, в принципе, что, мы ездили посмотреть закат, заката не случилось, так как было пасмурно, ну, все, плюсы закончились, ну, вообще, плюс то, что мы здесь находимся, сейчас чуть камеру на улицу направим. Ну, что тут смотрим. Идем, вот, очередной променад, тротуар, так скажем. Можем идти дальше. Ты меня подождешь, да? Сколько еще нам идти? 9 минут показывает. Сколько? 700 метров. Ну, так что-то вообще тихо, ничего не слышно. Ну, ничего, будем его поворачивать. А. Какие-то запахи картошки. Очень разные. Да. Кстати, животных много. Котиков всяких. Котик. Собачек. Котенышей. Ну вот какой котеныш. Ты красивый. Мяу, ты моя бусечка. Ну ты мой хороший. Ай, хорошенький, красавец. Ну, что? Хороший. Что? Ничего не имеем для котиков. Не взяли. Сегодня даже вот на пляже Сурин бичбой собирал, значит, собирал лежаки. У него там прям свора собачья, там три, наверное, пять штук, да, было? Там не свора, там банда. Банда. Они, короче, собаки разлеглись на лежаках. Он их там сгонял, они ни в какую не уходили. Потом как-то... компания, банда, значит, сорганизовалась из там с двух собак, загнали третью в море, не давали ей выйти оттуда. Ну, в общем, веселились как могли. Что-то тихо так, ничего не слышно. А был ли мальчик? Может, чего закрылось уже? Да, или нас не туда привел. Или нас не туда, да, как всегда. Мог просто не туда. Ну, я думаю, мы правильно идем. Мы куда-то идем, это уже хорошо. Да, да, да.
Я думаю, что мы проезжали как-то, и мы когда сюда в понедельник приехали, рынок ну как бы они уже собирались. Там мы уже после 8 приехали сюда, в Банк Тао. Ну да, как у нас получилось, вот так мы идем. Посмотрим, что тут. Что будет, нет. Нет, пойдем кафушечку свою кушать. Ну да. Пойдем супчика скушаем. Может, креветочек еще возьмем. Возьмем с собой в номер что-нибудь. Ну, что-то слышно, нет? Какие-то голоса. Да, не понятно. Нет. Вот. Колорит. Да, еще показывает, что 500 метров. 500 метров. А, ну да, еще вообще-то и не слышно ничего еще. За 500 метров, если здание есть, звук может потеряться. Идем, показываем всю дорогу. Кто-то что-то взад сдает. Сейчас да, нас... Да нет. Мы думали, сейчас нас закроют, шить будем что-нибудь. Ну, посмотрели, я просто за машинкой не помню. Да. Витель слишком крупный, Да, такой машинки нету. Да. Там что-то какие-то тоже вон. А, это, наверное, кафешечки какие-то. Если будет фруктиков, то можем еще фруктика взять, если здесь будет таких, ну, подешевле. То что у нас-то, конечно, такие конские цены. На... А, да, кстати, вот, допустим, что там получается? 3 манго. Сюда сворачивать? Ну, так показывает. Ну, идем, там кто-то что-то несет. Не знаю, вон какие-то двое из ларца идут. Одинаковых с лица. Hi. Это так странно. Ну идем, идем. Воняет канализацией. О да. О да. Тут какой-то большой комплекс. Куда мы идем? Нет. Даже не канализации, а... Ну, типа мы повернули, да? Ну, бассейны тут какие-то. Смотрите, люди живут, тайцы. Вот, дом, кошечка. Так живут. А здесь такой вот огромный дом стоит с паркингом, наверное, под аренду. Вероятнее всего. Вообще как-то тихо, подозрительно. Сегодня четверг же, да? Ну, четверг, да. Должен быть рынок. Или мы, как всегда, выперлись. Не пойми куда. Там вся какая-то движуха. А тут что вообще? Ну вот там походу что-то нет. Удаляемся. Ну там они прошли бы. Не знаю. Идем как-то тут туда. Удаляемся. В общем, вот идем. Да ладно. Девчонка нам показала дорогу. Что нам наш этот Google Maps нас ведет так как-то интересно. Ну, вышли хотя бы тут. Отдыхает. Цивилизация. Выходим. А, все, выходим. Чуть-чуть хоть дорога освещена. Да, тут такие дебри. Идем. Мы здесь, кстати, ехали на машине сегодня.
О, да. И вот так у нее. Ну да. Ну, вот шашлычки тут, есть и капушечки. Витель, мы могли там идти по той дороге. Прямо и повернули бы направо. И все. Дайте, ну, короче, мы будем теперь знать, вы тоже. Наверное. Наверное. Тайцы помогают, как могут. Просто мы подошли, они сидели там, байки сдают, видят такие туристы с камерой. Типа, Night Market кричат. Мы говорим, да, вот ну, так. Интернет. Да. Ой, короче, такие классные, блин. Ребята здесь все. О, кстати, одежду постирать можно здесь. Ну, я надеюсь, вот сейчас кто-то прошел с мешками. Я надеюсь. О, еще смотрите, вот можно бельишко постирать. Кстати, сейчас я спрошу. Вот домики. Такая жизнь. Hello, bank. Где-то уже недалеко должно быть, да? Night market. Я думаю, что наши русские друзья. Нет, они тут, наверное, не найдут. Ага. Просто по этой дороге идти, я думаю, не надо там. Вот уже слышна музыка, кстати. Вот где-то марки. Вот он. Вот мы сюда и заходим. Вот оно. Окей, thank you, bye. Сейчас посмотрим. Главное, сейчас так на рискача увидели рыночек, чтобы не сейчас не ломануться туда, под машину не попасть. Магазинчик, короче, туда направо надо. На базарах сейчас дошли. Ну, сейчас, да. Конечно, и поржали, и дайте нам помогали. Ну, классно. Да. Вот за этим. Да, мы его все-таки нашли. Магазинчиком, типа, направо надо. Маркет. Ну, здесь вещевой. Ну, сейчас посмотрим. Ну, идем. Чемоданы продают. Здесь тут какая-то, кстати, я эту дорогу видела. Да. Идем вовнутрь, да. Снимаем. Чемоданы. Кстати, мне чемодан сломали. Это направо, она сказала. Вещи. Где улица была? Вот здесь вот. Hello. Да, здесь какая-то. Ну тут не во двор тут мы идем, не? Вещи. Вот прям такая. Ладно, включимся. Здесь типа и вещевой рынок. Сейчас посмотрим. И вот он, блин. Всякие рюкзачки продаются. Наколки. Как вкопано. Нет, здесь, короче, мы домой пришли. Не видно. Наши рубашки. Наши рубашки, но мы не будем спрашивать. Ну, ясно. Кастеты, Виталь, заинтересовался. Идем, не на твою руку, Виталь. Ладно, я иду дальше. Сейчас что-нибудь прикупим. Шапочки, кепки. Саладика. Что, ты хотел такую кепку, может? Винтаж? Вот такие? Вот такие, ничего, прикольные сейчас. Ага. How much it cap? Сейчас нам покажут, сколько. 350. Discount? Yeah, discount. Сколько мы хотим? За 200? Нет, это дорого, но ну, нафиг. Ну что, возьми. 150. Ну как хочешь. Что, 150 хочешь? Your price. Ага. Ну, я тебе и говорила 200. Окей, 200.
Окей? Окей. 200, окей. Ага, эту? Ну, помери. Осторожно. Good? Давай я возьму что-нибудь. Да, окей. One moment. One moment. Смотрите, Gucci, Gucci, Burberry. Nike. Сейчас посмотрим, какую-нибудь выберем. Что тут есть? Ну, 200 это как бы это не так дешево. Это не дешево ни разу. Ну ладно, не, хватит, ладно, расплатись и все. О, смотри, какие мыло. Вкусно пахнет. Мыло. Мыло. Ага. О, манго вообще, Виталь. Ну иди вперед. Что, конфеты продают? Вот очки. Ну да. Сейчас просто. По 100 бат. Я не знаю. Тут, в принципе, мы сейчас так прошли. Они типа до размера, до высоты не будут конечно понятно. Ну, я тоже не знаю, стоит ли вам идти, потому что, ну, и правда, такой за полчаса, но мы как будто и поблуждали, если честно. Ну, не знаю, но решайте сами. Вот дальше смотрим. Крема. Здесь, кстати, можно что-то купить. Будет. На, неси. Угу. Нормально. Сумки. Ну, блин, ну все, оригинальная. Сумки, очки. Луи Виттон. Вообще Луи Виттон с коробками. Версачи. 500 бат. Джинсики, шортики. О, смотри, Том Хильфингер. Игорёк пользуется. Да, Игорёк. Трусики, жемчуга. О, морожка делают. Это все как хотела, да, 89. Угу. Вот, еда началась. Морожки надо будет взять этой, кстати, покушать. Вот смотри, видишь, 50 бат. Манго стикер айс. Вот, одевают уже в оригинал. О, рыбку жарят. О, крылышко. Ну, вот так же, как и там мы покупали, вот жареные эти крылышки. Mm-hmm. Тоже по 25. Ну, запахи. Так, что, креветки. 100 бат. Дешевле даже, чем на этом, на Патонге, да? Мы 150 брали. Да, 150. Здесь жареные. Ну, тут сладости какие-то. Вон сладости всякие. Шашлычки. Суши. Есть все. И одежда. И что-то жарят. И еда. Роллы. Курочку жарят, всякие морские гады,
салаты. У нас, он, пожалуйста, манго по 60. О, нормально, по 70, а у нас было 180. Вот возьмем, короче, килограмм. И этого килограмм возьмем. Выберем. Ага. Авокадо. Савадика, hello. Мангустин, кило, 1 кило. 3 килограмма. Нет, 2 кило. 3 кило, 20 бат. Окей. Пошла на рынок и забыла деньги. Ну, сейчас что там осталось у нас? 700 бат. Что-то купим все равно, я думаю. Ну, так из еды так как-то не очень что-то есть. Да? Мы думали, что-то наберем. Но здесь фрукты только, походу. Все. Возвращаемся назад. Конец фильма. Да. Конец фильма. Вот, купили себе очки. Очки купили. И кепку, да. Все, и истратили. Ну что, возвращаемся с базара. Креветочек купила за 100 бат. Вот, Виталька филешку взял себе. О, дай мне чуть. В кляре. В кляре. А? Ну что? 15 бат, шпажка такая. Ну, филешка там разрезанная, наверное. Ну сколько? На две части это, да? Да, конечно. 15 бат. Держи. Держи. Угу. Ну что, наши впечатления по поводу базара. В основном больше всего это вещевой рынок. Ну, такое. Там фрукты дешевле, конечно, намного. Прям очень сильно, намного дешевле. Да, идем здесь опять. Как тайцы, да? Вот. Намного дешевле, если у нас мангустины были по 180 бат. 180. Ну, здесь 80. Здесь за 200 бат нам 3 килограмма дали. А потом еще мы взяли маракую. Она тоже была по 80. У нас в городке маракуйя была тоже что-то там за стольник переваливала. Вот мы типа уже все, заправские, дорогу знаем. Как идти? Все хорошо. Идем назад, возвращаемся домой. Все хорошо. Капунка! Капунка! Радуется, что мы вернулись. Котятки здесь такие, все миленько. В общем, стоит ли идти? Ну, как бы народу есть, да, может, там на открытие, он начинает по четвергам, этот рыночек работает с 2 часов, с 2 до 8. Сейчас покажу, какая сетка у нас фруктов, как это мы будем осилим. Виталька несет. Просто огромная сетка с фруктами. Ну, благо, мы теперь дорогу знаем. О, давай, выйдем потом. Слышите, как все? Тишина. Стрекочет все. Да, а, слышишь? Это мечать. Ага. Ну, все, возвращаемся. Что там реально? Ну что, за фруктами можно сходить, да, на базар? Перекусить. Перекусить можно, да. Недорого. Ну так, ну да, ну такое все как-то не очень такое аппетитное. Конечно, на Банктаун, там на маркете, ну нельзя сравнивать тот маркет с этим, потому что там, ну, там огромный, да. Ну здесь, ну стоит сходить, почему нет, да? Ну так чисто посмотреть, что это такое. Ну фруктов прикупить.
как бы стоит. Да, немножко раньше нужно идти. Да, может, чуть пораньше надо идти, может, там побольше всего чего было. Вот. Ну, в общем, да, как бы имеет место быть. Да, почему нет? Сходить, посмотреть, развеяться, по ночному Бангтау пройтись, по вечернему, так скажем. Все, теперь дорогу знаем. Дорогу осилит идущий. Мы ее осилили. Че, поспрашали, все нам сказали, куда чего. Все-таки эта девчонка правильно нам показала, только что мы не поняли, да, там как-то так очень все, да. Мы даже не поняли, что там дорога. Ну, потом прям конкретно нам все показали, как эти провода тут валяются. Оу. Что-то не мудрит пальцем. Да, да. Чукчам показали пальцем, они нашли. Очень радовались, когда мы вернулись с покупками. Кстати, мне горло болит. Ну чё, все, идем домой, что до следующего включения. Все, всем пока-пока.